Liquid Illusion. Жидкие иллюзии. Аромат, созданный Романом Ричи в Luxury Collection от Juliette Hazegan. В коллекции, где используются самые драгоценные, как правило, натуральные компоненты и композиции, созданы в традициях французской парфюмерии, парфюмерии духов. Романа Ричи решил создать аромат, развивающий, ну, столь им любимую наркотическую тему парфюмерии. Но в конце концов, он предлагает абсолютно легальный способ расширить границы нашего сознания. Главную роль композиции Liquid Illusion играет очень интересный компонент. Компонент, который называется гелиотропин. Он необычен с точки зрения своего химического состава, потому что гелиотропин имеет такие же компоненты, которые являются в том числе ингредиентами экстази, а точнее MDMA, психостимулирующего галлюциногенного соединения из семейства амфетаминов. Конечно, это все запрещено, но гелиотропин – это единственный легальный наркотик, который мы можем использовать в парфюмерии. Так что представьте себе, каким эффектом будет обладать композиция на его основе. Дуэт гелиотропина и ориса, легендарного масла из корня ириса, создает настоящий афродизиак. Афродизиак, конечно же, с точки зрения сексуальности, но главное, афродизиак с точки зрения привлекательности и пробуждения чувств и эмоций. Liquid Illusion – это аромат, который создает ощущение эйфории, ощущение счастья. Он словно открывает для нас новые грани реальности, а главное в этой композиции, конечно же, это эмоции, ощущения, которые у каждого человека, который будет ее слышать, свои. Так что легальный наркотик, легальный фантастический эффект, легальная эйфория в сочетании ориса, гелиотропина и огромной дозы циталокса. Запретный и поэтому столь притягательный Liquid Illusion. Жидкие иллюзии от Романа Ричи. Juliette Hazegan.